Пожар! Пожар! Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Жуткое зрелище, на самом деле. Вот видите, как солнце светит через этот пожар. Сделать мы с этим ничего не можем. Как бы по радио авиацию, которая тушить должна, вызвали. Но мы-то планер, мы вообще ничего сделать не можем. Поэтому сейчас максимум, что не мешать нашим братьям старшим все это дело тушить. Но мы сейчас будем возвращаться на аэродром, а сейчас просто хотя бы, ну как бы пролет, показать вам, как это выглядит. Не каждый же раз пожар с воздуха увидишь. Воняет уже гарью, несмотря на то, что мы достаточно далеко от дыма, гарью воняет прилично. Очень красивый был, конечно, вид. Фоточки сделай парочку, горизонтальных, вертикальных. Хорошо, потому что я видео пишу. Ой, ничем не поможешь, к сожалению. Горит большим фронтом достаточно. Вон видно, как огонь. Сейчас я увеличение вам сделаю. Да. Вон, смотрите. Кошмар. Прям фигачит, будь здоров. И никто пока не тушит. Сколько же лететь ребятам, а? У нас и вертолеты есть, которые тушат. И самолеты. Ну, блин, недавно начался пожар, вот только верхушка, видите, достигла и сконденсировалась. То есть это мощный восходящий поток, который в верхней своей части дает, создает облако. Вот, настолько выперло воздух горячий, что сверху образовалось облако кучевое. Наша высота текущая 2, надо следить, чтобы не вернуться на аэродром вовремя. Так, мы зашли против ветра. Ветер сейчас, еще подлость в том, что достаточно сильный ветер. И вот этим ветром раздувает это вот пламя. Давайте сейчас отойдем. Нет, вертушек пока не видно. Обычно максимально быстро реагируют вертолеты. Ну вот, загорелось. Машины там. А? Машины пожарные. Машины пожарные уже, да? Блин, сюда бы еще авиацию сейчас. Вот этот вот затушить язык, который идет. Ну, он сейчас, в принципе, до поля дойдет и потухнет. Вот, главное, чтобы дальше никуда не перекинулось. А вот по горе это все будет тащить. Будь здоров как. О, смотрите, какой ядерный гриб. И вот сверху видно кучевое облако. Видите, вот дым такого темного цвета. И потом чпок, сверху кучевое облако. Почему так получается? Ну, понятно, что горит, когда лес греется, воздух. Куча энергии. И, соответственно, и так вокруг жарко до безобразия. Сегодня 34 градуса было, когда мы взлетали. Это уже на грани запрета, потому что при 35 градусах запрещено нам взлетать. Мотор не тянет. Ну, чем же воздух более теплый, тем меньше его помещается в цилиндре двигателя, меньше тяга, плюс еще аэродинамический винт тянет хуже, чем одни минусы. Так, высота 1600 метров я закладываю себе на возврат на аэродром. Вот, пока еще вам поснимаю. Не видно отсюда огня. Давайте облетим с другой стороны всю эту конструкцию. Восходящий поток у меня тоже присутствует. То есть я, конечно, могу здесь тусоваться сколько угодно, но не особо хочу. Зрелище не из приятных. И очень я не люблю, когда горит лес. И вообще, когда что-то горит. Но не снять такое я тоже вам не мог. Ох, смотрим, что происходит. Вот внизу видно, вот фронт пламени движется. Да, несется. Блин, причем вверх по склону идет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как плохо это все, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, погано. Так, ветер учитывает. Давай я хоть воду вылью, которую у меня с собой. Возьми ручку на секунду. Ой, друзья, стой, влево разворот делай. Давай, подлетай левым кругом. Я сейчас упреждение считаю. Ну, друзья, чем могу, то могу. Оно, конечно, ну, хоть
Вдруг хоть одна капелька упадет. Вообще мне не это, не пожарная авиация. Да, я взял ручку. 1900. Блин, как же помочь-то? Чем? Хоть чем? Как это? Наверное, не мешать самое лучшее, помочь. Лучше не мешать. Да, да, поэтому полетели-ка мы домой. Ну смотри, оно начало гореть. Видимо, спереди как-то что-то. И потом, может, оно как-то по верхам пошло, потому что, посмотри, дым идет. Даже непонятно, что там сгорело. Смотри, квартиры, думаешь, верховой какой-то? Потухло? Внизу, да, но тухли. А вот кто по горе пошел. Да. Но по горе. Причем там так горит жутко совершенно. С красным этим пламенем. Вообще кошмар. Ой. Так. Пройду чуть вперед, но и нам уже надо будет уходить. Вот сверху кучевое облако прям жирное, прижирное стало. Большое. Над горой Сабра, видите, кучевые облака, вот они, кучевые беленькие. И над этим же пожаром тоже кучевое беленькое облако. Все, сейчас вот с этого ракурса будет хорошо видно, как это. Ну, друзья, ну тушите. Товарищи пожарники. Пожарные, точнее, извиняюсь. Слушай, ну смотри, вроде как лучше стало. Ага. Было прям пламя. Сейчас заволокло дымом немножко. Да, ну и дыма много. Эх, вот такой вот ужас. А погода хорошая, только что температура совершенно адская. Ладно, будем мы, друзья, закругляться. Негоже такую фигню снимать. Немножечко показали вам, как это бывает. И не будем мешать, вдруг действительно самолеты летают. Все, до новых встреч, глубоко уважаемый любитель летных видов спорта. Это более позитивных роликов.